начали восхождение. Снялись с базового лагеря. Чутка поднимаемся. По камням идти тоже не особо легко. Зато не проваливаешься. Но проблема держать равновесие с большим рюкзаком. Что ноги устаешь? Вообще капец. Вроде не тяжело. Ну да, вроде как бы. А все равно скакать-то в гору-то с рюкзаком-то не шибко. Не шибко весело. Еще мы сейчас по этим пятнышкам камней будем стараться забираться. Некоторые камни шатаются. Здесь надо быть очень осторожным. Здесь вот течет речка, по всей видимости, под камнями. Журчит. Я там что-то не вижу еще воды, но что тут явно какой-то ручей. Да, вот лед маленько есть, но воды бурлящей я не вижу. Здесь походу речка под камнями. Ну, воды не видно. А куда пошел-то?